В Ульяновске на борьбу с несанкционированной торговлей выявили тяжелую технику. Произошло это во время очередного рейда по Засвияжью. Сотрудники управления муниципальной безопасности городской администрации приехали с проверкой на улицу Рябикова. Приехали не одни, а с КАМАЗом-ломовозом. С помощью крана-манипулятора в кузов грузовика загрузили около 25 кубометров металлических и деревянных конструкций, которые нарушители закона использовали в качестве прилавков. Сотрудники управления наряду с доброжелательным отношением к законным требованиям нередко сталкиваются с откровенным непониманием, нежеланием исполнять требования законов и откровенными угрозами в свой адрес. Некоторые граждане прибегают к написанию анонимных сообщений с целью дискредитировать деятельность сотрудников. Мы же, в свою очередь, стараемся выполнять свои обязанности в соответствии с законом, разбираясь внимательно и досконально в каждом вопросе, в каждом отдельном случае. Совместно с полицией специалисты управления составили на торговцев 36 протоколов об административных правонарушениях. Всего же в 2018 году по городу прошло больше 90 таких рейдов. 475 протоколов о незаконной торговле переданы мировым судьям.